Все было нормально. Мы познакомились. Эта партия грузинская называлась «Патриотический союз». Это мне интересно. Отсюда мы будем связь поддерживать, поговорим, увидимся друг друга и постараемся, если так получится, что могли мои полезные будут друг друга работать вместе. В этом году будут выборы, в 2016-м. Выборы надо держать демократически, демократично. Это значит, что интересы Европейского Союза, чтобы эти выборы были честные.